Привет всем! Сегодня хочу рассказать, что же происходит в нашем прекрасном районе, в нашей прекрасной долине Оканоган в реал-эстейт рынке. Конечно же, все слышали, что рынок был очень быстрым, очень горячим. Но давайте к деталям. Single Family House или отдельно стоящий дом сегодня вы можете приобрести за 1 130 000 долларов. Это на 20% дороже, чем были цены в мае 2021 года. Или на 2% дешевле, чем в апреле 2021 года, всего лишь 30 дней назад. Чтобы продать Single Family House, вам потребуется сегодня 26 дней. Самыми дорогими районами стали Joe Ridge, Lake Country Northwest and Crawford Estate. Самыми позволительными районами оказались Глен Роса, West Bank Center и Финтри. Что касается таунхаусов, то средняя цена составила 829 тысяч долларов. Это на 20% выше, чем было в мае 2021 года и на 2% ниже, чем в апреле этого года. То есть, опять же, цены смягчаются. Чтобы продать таунхаус сегодня, вам потребуется 25 дней на рынке. Самыми дорогими районами для таунхаусов стали Upper Mission, Southeast Kelowna and Wilden. Самыми позволительными районами для покупки таунхауса остаются Rutland North, Rutland South and West Bank Center. Если вас интересуют квартиры сегодня, то кондо поднялись в цене с прошлого года на 551 тысячу долларов. Это на 26% увеличение. Но падение в цене произошло с прошлого месяца всего лишь 1%. Самой интересной статистикой оказалась статистика по Mobile Homes. Сегодня Mobile Homes вам будет стоить 305 тысяч долларов, хотя в прошлом году вы могли такой же купить за 218. Это увеличение на 39%. Только в апреле месяце 2022 года повышение на Mobile Homes произошло на 7%. Что касается покупателей, то 55% это местные жители, 25% приезжие из Lower Mainland или Island. И есть у нас 8,5% покупателей из Альберты. Добро пожаловать, здесь действительно очень красиво. Кто же у нас покупает дома? Семьи без детей составляют 21% покупателей, 26% покупателей – это семьи с детьми, и 19% – это покупатели, которые уже без детей, вырастили своих детей и уходят на пенсию. 44% покупателей предпочитают оставаться в Келоуне или Вест Келоуне, 16% покупателей готовы жить в Верноне, и 8% покупателей едут в Пентиктон. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотели бы узнать больше информации о Пентиктоне, о Верноне или о Келоуне, посмотрите, какая у нас красота, то, конечно же, звоните, пишите, я всегда рада ответить. Удачных всем сделок, ваша Ирина Мирзевская.